Их гнали 5 километров до аэродрома. Люди, которые стояли вдоль дороги, они видели, как расстреливают других. Ямы выкопали на территории аэродрома, которая занимала 3-5 километров. Их вырыли 10 штук. Людей расстреливали и скидывали в эти ямы до заполнения. Пока заполнилась первая яма, вели сразу ко второй. И наполнялись до верха. В 1941 году было расстреляно около 19 тысяч человек.